Днем 27 октября в одной из квартир дома номер 18 на улице Серебровская в Туле прогремел взрыв. В результате взрыва в квартире оказались выбитые стекла, предположительно в зале и на кухне. Кроме этого, судя по внешним признакам, в помещении произошло возгорание, в результате чего пламя повредило потолок. По имеющейся на настоящий момент информации, в момент взрыва в квартире находился мужчина, который госпитализирован с ожогами первой и второй степени. На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и медики. По одной из версий, у мужчины взорвался некий баллон, предназначенный для очистки строительной пены. Другие подробности происшествия уточняются. Сергей Стариков, Телетова.